императора. Я должен защитить реликвию во имя святого императора. Должен защитить реликвию. Сорок первое тысячелетие. В зловещем мраке далекого будущего идет непрерывная война. Император человечества возглавляет сражение, стремясь защитить людей от космического кошмара. На краю Империума таятся чуждые расы, и демоны хаоса просачиваются в нашу реальность через врата Варпа. На их пути стоят только отважные космические десантники. Они могущественнее простых смертных. Они тверды и стоят до конца. Они — защитники человечества. И самые великие из них — ультрамарины. Капитан Северий. Сними свой шлем! Сдавайся! Ты хорошо бился, Протей. Сдаешься, капитан Северий! Победа за мной! Мы никогда не сдаемся! Кончилась практика! Вы удостоены чести впервые вступить в сражение в качестве ультрамарин. Брат Бифол, капитан Северий. Клятву на этом священном Вархаммере. Это священное оружие было в руках наших величайших воинов. Оно убивало как чуждых тварей, так и демонов. Однажды, возможно, вы будете достойны владеть им, а до тех пор вы можете преклоняться перед ним. Самокрейдж! И мы не знаем страха!
Заботься о своих доспехах, и они защитят тебя. Мы бережем их, как свои жизни. И твои доспехи берегут твою жизнь. Как защищали они моих падших братьев. Слава искусству смерти. Мы служим только Императору. Слава доспехам мертвых. Мы просим только служить. Наконец-то постреляем. Как думаешь, по-настоящему на этот раз? Может быть, Веринор, если Император улыбнется нам. Молись, чтобы так и было. Мой живот урчит в предвкушении настоящего сражения. Что известно о высадке? Вероятно, еще одна ложная тревога, брат Хайпекс. Как на Алголе. Алгол. Там для нас не было и капли славы. Так не терпится умереть. Слава лезвия двух концах. Ты сторонишься боя, Бифол? О, Протей. Вы новички все одинаковы. А я тот, кто должен придерживать вас. Дело не в сражении, брат. Эта жажда славы рвет людей на части. Посмотрите на себя. Вы все выглядите прекрасно, и я не сомневаюсь в огне в ваших сердцах. Но вы еще не знаете войны, так как я. Что ж, верно. Но поэтому мы и здесь. Мы не хотим вернуться домой, на Майкридж, с пустыми руками. Я знаю. Просто не спеши так. Смерть сама найдет тебя. Воюют не ради славы. Воюют ради победы. Кажется, в конце концов, ты отправишься на свою битву. Я буду служить золотому трону Терры, ибо крылья орла прикроют меня, ибо Император защищает. Эта заводь называется Митрон. На этой планете только одно важное место. Императорский храм, охраняемый подразделением космических десантников из нашего братского отделения «Имперские кулаки». Капитан Северий, отвечают ли они нашим астропатам? Нет, Хайпекс, не отвечают. Однако их аварийный маяк все еще работает. Хорошо, значит, там еще есть живые, капитан. Брат Проты, маяк может работать в автоматическом режиме.
Капитан, сколько десантников было в этом подразделении имперского кулака? По нашим данным, сотня бойцов. Целая рота. А нас лишь дюжина. Ближайшее боевое подразделение в 6 неделях отсюда, Пифол. Это дело для нас. Я первым пролью кровь. В твоих мечтах. Если я доберусь туда первым, для вас двоих уже не останется крови. А если ты доберешься туда все первым? Еще не терпится стать героями. Кто-то же должен быть аптекарь. Я слышал, что ты отказывался от работы. Покажи. Шторм прямо под храмом, капитан. Сядем здесь. Мы бьемся за Макрейдж, и мы не знаем страха! Развернуться. Протей, прочесать справа. Веринор, слева. Прикрыть углы. Полный обзор. Император защищает, но двойная проверка не помешает. Занять место стрелка, прочесать впереди. Есть, капитан! Как-то ненормально, капитан. Стал экспертом по погоде, Пифол? Нет, капитан. Отряд Алтима, стройся! Пилот, эвакуация здесь через 2 часа. Хорошенько за всем присматривайте. Растер, доложить обстановку. 600 метров. Все чисто, сэр. Конец связи. Сбавь скорость, Ликас. Что ты видишь? Нет, просто показалось. Thank you.
слышишь это, Хайпекс? Слышу что? Голоса, как шепот. Просто свист ветра. Протей слышит голоса. Наверное, это из-за того удара по голове. Ждать здесь! Бдительны, братья. Престол Терры. Спокойно, это всего лишь огни Святого Эльма. Эленор прав. Всего лишь огни Святого Эльма. Просто свечение, погода шалит. Это плохой знак, вот что это. Думай про себя, Пифо. Просто размышляю, капитан. Плохой знак. Просто свечение, Пифол. Кажется, ты был экспертом по погоде. Это вырвалось спонтанно. Мы не знаем, что нас ждет. А что, когда-нибудь знали? Мы выбраны императором, друг мой. Несомненно, капитан. Мы добрались до границы шторма. Есть что доложить? Приборы слепы. Видимость нулевая. Двигаться вперед? Нет. Оставайтесь на месте. Принято. Что-то не так. Что? Ты действительно не слышишь это? Там. Ликас, гони назад. Прекратить огонь! Прекратить огонь! Что произошло, Веренор? Протей разрядил свое оружие, капитан. Протей? Брат Протей, доложить! Здесь что-то есть, капитан. Что-то следует за нами. Я только что просканировал, капитан. Ничего нет. Я видел что-то. Что? Я скажу, что это было. Нервишки впервые так пошаливают, что палец на курке не удержать. Вот и все. Я видел что-то, капитан. Капитан! Ложная тревога, Крастор! Держите себя в руках! Скоро будет во что пострелять. Будь я командиром, я бы не потерпел слабого звена. Он будет готов, когда будет нужно. Отряд Алтима! Начать перекличку! Лика здесь! Кастер, здесь! Джунор, здесь! Максили, здесь! Римули здесь! Фарей здесь! Эти здесь! Римур здесь! Хайпер здесь! Протей здесь! Пифол здесь! Отряд в сборе, капитан!
Севери. Имперские кулаки. 5-й батальон. Охрана храма. Мертв. Распался. Нечего спасать. Это осквернение. Ужасное осквернение. Это работа хаоса. Продолжение этой миссии не сделает нам чести. Это будет напрасная потеря этого отряда. По твоему мнению, аптекарь. Мы обязаны предупредить штаб. Твой смелый совет принят ко вниманию, Пифу. Крастор, разведай впереди. Есть, капитан. Тот маяк все еще работает? Сигнал четкий, капитан. Этот маяк может привести нас к тому, кто сможет отдали свои жизни, служа императору. Этой чести достаточно для меня. Крастор, где вы находитесь? Впереди первый мост, капитан. Остановился, капитан. Крастор! Ликос! Доложить! Веринор! За мной! Сэр, я? Веринор, я сказал! Оставайся здесь, Протей! Держи отряд здесь! Земной престол. Укрытие! Держать огнем! Прикрыть капитана!
Капитан приказал нам удерживать позицию. Капитан в беде! Форей назад! Форей! Ранен? Да, капитан. Первая кровь твоя, Верино. Так, теперь мы знаем, кто наш враг. Космические десантники Хаоса. Да, действительно Хаос. Черный легион. Доложи. Трое. Крастер и Ликас. Борей. Прямо сейчас? Да, капитан. Прошу разрешения извлечь их генный материал. Даю разрешение. Да благословит и защитит император этот генетический фонд. Дабы сила этих отважных воинов жила в еще нерожденных ультрамаринах. Во имя чести нашего дома, Акрейджа. Во имя Капитула и Примарха, которому мы должны все. Воздадим им почести позже, если император даст нам время. Кто теперь понесет его? Я, капитан. Стоит ли, Протей? Нет. Хайпекс. Есть, капитан. Береги его. Да. Если что-то случится со мной, ты знаешь мои пожелания. Капитан, я... Не спорь! Мы все смертны. Сержант Крастер ушел. Я не чудесное исключение. Веринор! Протей! Проверить вход! Сможешь перепрыгнуть? Конечно, смогу. Hey!
еще один чуть дальше. Тогда я покажу, как это делается. Вперед! Держи мою руку. Не надо. Блокировано. Кого-нибудь убил? Да. Черный легион, так сказал капитан. Поверите, что когда-то они были такими же, как мы. Если кто-то испорчен варпом, совращен хаосом, я убью его. Варп хитер и коварен. Ты уверен, что распознаешь его? Просто следуй за мной, Протей. Что видел что-то? Капитан, будь свободен. Хорошо, Веринор. Конец связи. Вперед, проверить! Он упал. Рядом враги. Убить его!
отряд! Теперь мы знаем, что здесь. Смерть и демоны. Надо доложить в Макрейдж. Молись, что мы протянем достаточно долго, чтобы вернуться на транспорт. Мы не пойдем назад к транспорту. Престол Терры, ты рехнулся! Из каких это пор ты принимаешь решение, Протей? Скажи ему, Пифол, скажи я... Я четко сказал. Командование должно перейти к Протею. Я сказал, мы возвращаемся. Скажи это своим братьям. Маяк все еще посылает сигналы. Он в автоматическом режиме. Есть шанс, что нет. Мы бьемся за Макрейдж. И мы не знаем страха. Брат Хайпикс, когда знамя подхватит свечение... Предупреди меня. Есть, Протей. Не стрелять! Именем Императора назови себя. Карнак. Капеллан имперских кулаков. Сколько вас? Это не дом. Хорошо, не дом. Можешь отвести свое оружие. Еще кто? Пришли, чтобы вызволить вас отсюда. Не нас. Священная книга этого храма. Сам император верил ее нам при основании нашего капитула. Бесчисленные поколения стояли здесь. Наша цель — защитить ее от исчадий варпа. Никто не должен прикасаться к реликвии. Брат Нидон отвечает за транспортировку и защиту книги. Он относится к своим обязанностям очень серьезно. Приношу свои извинения. Как долго вы находитесь здесь, капеллан? С тех пор, как упала тьма. Что произошло? Они напали на храм.
Мы отбивались 3 недели. Все время посылая сигналы о помощи. Затем начался кошмар. Открылись врата варпа, и через них проникли легионы демонических тварей. Вы видели, чем все кончилось? Как вы уцелели? Сам не знаю, мой боевой друг. Я знаю лишь то, что мы должны доставить этот священный артефакт в безопасное место. Пора выходить. Признаться, капеллан, я начинал сомневаться в цели нашей миссии. Все имеет свою цель, Протей. Так предписывает император. Прошли через многое. Через очень многое. Слишком через многое, я бы сказал. Как этим двоим удалось выжить? Не нравится мне это, Протей. О чем ты, брат? Как мы можем быть уверены, что они не испорчены? Это серьезное обвинение. Нас учили, что хаос портит. Разъедает изнутри. Никогда не известно, кто может пасть жертвой его касания. А как долго они были отрезаны в этой адской дыре? Не своди с них глаз. О, я так и собирался. Они приближаются. Уходим, Алтима. Транспорт ждет. Пилот, ты готовься к немедленной эвакуации. Принято. Ты должен быть счастлив. Я буду счастливее, когда мы уйдем. Мне! Перекличка! Карнак здесь! Нидон здесь! Джунар здесь! Хайпик здесь! Веринор здесь! Римули здесь!
Тесс здесь! Бифул здесь. Отряд в сборе, Протей. Обороняться! Выдвигаться только по моей команде! Там будет повыше. Это планировалось. Они будут ожидать, что мы займем ту позицию, но я сомневаюсь, что они ожидают капеллана. Я бы не был так уверен. Император защищает. Но иметь заряженный болтер никогда не повредит. За императора! Пустяки! Я не страшусь смерти, потому что император защитит меня. Они пришли за своей смертью. Thank you.
гонишься за ним! Как ты выжил? Император защищает. Поторопись! Эвакуатор ждет! Живей! Протей, докладывай. Мы маневрируем на орбите, капитан. Двигатель запустится через 10 минут. А затем прямиком на Макрейдж. Не терпится вернуться в штаб. Что-нибудь еще, Протей? Говори, что у тебя на уме. Как ты распознаешь порчу хаоса? С нами капеллан. Пусть он вынюхивает порчу. Как раз о капеллане я и беспокоюсь. Где он? Вооруженный капитан. Капеллан Карнак! Капитан Северий! Минуточку. Я капитан Ультрамарин, и это мой корабль. Так что убери это подальше. Не стоит так поступать, Северий. Прости меня. Пусто. Видите? Вы видите? Вот что меня тревожило. Я думал, это проделки хаоса. Это обман! Ересь! Я не знаю цели или причины, но я знаю зло, когда ощущаю его. Это твоя работа. Капитан, ты делаешь ошибку. Нет ошибки, демон! Нет. Ты... Еретик! Будь
быть решительным перед лицом ереси. Покончи с ней, прежде чем сможет проявиться демоническая сила. Если демон действительно мертв, почему знамя все еще в огоньках? Могли бы сделать это без вас. Метрон был ловушкой. Зачем еще нам было оставлять в живых капеллана и его прислужника? Можешь идти. Что происходит? У нас есть 5 минут, чтобы убить вашего капитана. Этот корабль доставит демона прямо в ваш дорогой Макрейдж. Благодаря Протею. Брат Бифол. Брат Бифол. Капитан. Наш капитан пал на Метроне. Скажи, куда направилась эта тварь? Реклузиам. Возьми это и следуй за мной. Протей, слева. Нидон, со мной. Значит, мы должны уничтожить эту тварь. Вон там! Убить его! Заклинило. Там!
Выходи, демон! Покажись! Будет честью помочь, объяснить. Кончились учения. Кончилась практика. Вы удостоены чести впервые вступить в сражение в качестве ультрамарин. Брат Веринор. Брат Протей. Вы принесете свою клятву на этом священном Вархаммере. Это священное оружие было в руках наших величайших воинов. Оно убивало как чуждых тварей, так и демонов. Однажды, возможно, вы будете достойны владеть им. А до тех пор вы можете преклоняться пред ним. Вы
бьемся за Макрейдж!